Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 20 за Кубок Форта Сити. У нас впереди последний матч, и после этого последнего матча у нас начинает трансфер. При трансферах у нас один игрок уходит в данный момент, можно сказать, заранее, потому что доступные заплатили в тот момент, когда трансферы закончились. Но это ничего страшного, я думаю, мы может, найдем себе замену этого времени. Точнее, не к этому времени, просто. А давайте лучше, что мы сделаем. Мы лучше сделаем. Зайдем сюда. И посмотрим какого-нибудь старичка. А? Ценный трансфер у нас. И посмотрим какого-нибудь старичка, который у нас может нападение постоять. Чтобы не слишком дорогой был и зарплату. Ладно, зарплату фиксим. Так, это у нас левый. Вот 27 лет, конечно, нет. Он очень дорогой будет для нас, да? Да. Ух, тебе бы купить, конечно, был замечательно. 50 миллионов тоже дорогой. 56 миллионов тоже дорогой. Вот это вот можно приобрести себе. 3-4 года. Немец 82. Под замену подойдет. И вот 87, давайте посмотрим. 56, нет, 33 года, 56. Покупать неохота. Вот его можно приобрести, попробовать. Вот еще один, только это какой-то. Да, такие деньги-то. Мы такие деньги можем, конечно, потратить, но это мне будет логики моей, что я хочу на трансфер получать плюс, а не минус. Может, так сказать, а ты что у нас? Понятно, только недавно перешел. Ну, понятно, много чего есть. Но мне понравился тот немец постарее всех здесь. Да, вот это приобретать, ё-моё, с ума сойдёшь. Там доступные 77 миллионов. Окей, где у нас этот немец? Нет, не ты. Из Реал Мадрида. Вот он, 84 у него как раз. Это не ты. Подожди, а где он? Я чё, значит, тут это был он. И это... А, вот он, вот он, вот он. Варнер. Немец, ты у нас, возможно, к нам перейдешь. Отступные 36 миллионов стоит, но я отступные не буду тратить. -то. За 15 миллионов я его приобрету без всяких проблем. Ну и мы свяжемся с ним чуть позже, когда мы продадим игрока. Ну что, господа, пропускаем мы дни. Будем готовиться к игре. Конечно, последний матч своей клуба я его упускать не буду, потому что он уходит у нас на трансферах. А если он на пенсию ушел, может быть, еще выпустил бы. Продолжаем по поводу Украины. А, нет, это не Украина. Это Уругвай. Нет. А тут Украина-то есть? Да, конечно, есть. Так, ну что, пропускаем еще один день и переходим к матчу уже. Так, что у нас там говорят? Так, я в хорошей форме, наверное, да? Я подумаю, но ты не факт, что выйдешь у меня. Так, переходим к составу. Блин, Трамп учил очень плохо. Так, ты у нас пока не выйдешь. Так, а что ты у меня просишь? Ты у нас правый, что ли? Да, у нас ты правый. Ну, выходи. У нас команда уставшая. Ладно, все-таки тебя выпущу. Буду рисковать тобой, блин. Странник тоже поменяю. Так, ну что, давайте поменяем, значит, вратаря. Пускай отдохнет. И правого защитника пускай тоже отдохнет. Все, погнали мы. Играть, 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 еще раз играть. Да, с травмой опасно. Точнее, до конца не выздоровел. Опасно, мы его упускаем на поле. Тут... Вообще-то есть момент, то, что мы можем оставить его на поле, опорника. Но надо нам третьего, знаете, получается, искать. А может, не будем. Но просто в этом сезоне я не заморачивался по поводу молодежек. Может, сейчас бы нашел бы себя молодого уже давно и не парился бы.
Ох, блин, дурдом, а. Слишком высоко, и мы нажимаем на игру, господа. Всем привет! Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. Меня зовут Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Очень скоро увидим футбол высшего уровня. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми мячами. Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Итак, стартовый состав Брайтона. На поле сразу три форварда. Вопрос в том, смогут ли полузащитники активно и регулярно помогать им в атаке. Thank you. Enjoy the game. Ну что, начнем, господа. И наш матч начинается. Так, мяч наш. Мяч снова у нас. Мы продолжаем атаку. Только нелепой была у нас есть атака. Навес. Навес не получается. И мяч уходит. Будет. Но головой все-таки. Хозяева, ну ладно, хорошо. Нашли с рекордом лиги по игре в домашних встречах. Ага. Ну и поражение. Да, 9 побед из 9. 9. Возможных они одержали. Нифига себе, дома мы... всегда приятно играть. Дома и стены помогают. Мы у себя и так мало отыграли. Очуметь, а? И в центр штрафной значит, подачи. У нас их домашние игры. Будто у нас удар поворотом. Спасает. Какой момент был. Да, момент острейший. Вынес мяч защитник прямо с ленточки. Вот сейчас я даже не помню, какой у нас уже идет этот... Прекрасную реакцию продемонстрировал игрок в этом эпизоде, выбив мяч прямо с не посмотрел, какой у нас. Это середине таблицы, наверное, уже у нас начинается, господа. Середине таблицы и такая ситуация. Ну, сейчас посмотрим, что из этого все будет. Опасно тут может получиться. Ну, это слишком нелепо и непонятно. Слишком высоко он бил. Ну ладно, ничего страшного. Удар от ворот будет у нас. Погнали. Никлас Зюли. Подключаем всех игроков, которые возможно подключить. Ну что, 5 защитников, я так понимаю, да? Катает мяч перед чужой штрафной. Хороший пас, и тут моментище. Ну, далеко он, мяч. Очень нужно далеко было он. Выходить, нужно было подвинул рвать свой мяч. С дистанцию. Он так и поступил, очень здорово сыграл. Полностью с тобой согласен. Тут битву мы уверенно проигрываем. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Хороший и навес, потому что из защитника пропадает. И тут у нас подкат хороший, но ну, мяч был. Палички замерли на секунду. Мяч был, нет, мяч был. Все верно, края надо чаще задействовать. Есть игрок впереди, пройдет передача. Да ё-моё, мяч ходит, ну давай. Центр штрафной, пошла подача. Да. Сложный мяч, блин. Лучше не рисковать.
Отдает он мяч партнеру. Ну что, будет навес по центру. Тут у нас защитник справляется, защитник не справляется. Мы теряем мяч. Пик не очень атаковать наши ворота, но при этом пока добегут они неизвестно. Еще пасы у них продолжаются. Катают они мяч. Ходит мяч у них. Продолжает идти вперед. Вот. Хороший удар. Мяч забирает вратарь. Это наш второй вратарь, который будет скоро основным. Вижу забеги. И что дальше тут будет? Русский наш. Русский. Хороший удар по воротам. И тут рикошет, и тут гол. Ну, что сказать, он был в том моменте, где оказался мяч. И забивает гол. Ход встречи, и нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. А вот это неприятно было. Жалко, голкипер потащил такой сложный удар, но не смог зафиксировать мяч. Безусловно, к вратарю есть вопросы, но чем в это время занимались защитники? Почему никто не подстраховал? Да, объясните, почему защитники не справились с этой ситуацией? Игрок был одиночный, там никто ему не мешал. Восьмой гол, поздравляем тебя с восьмым голом. Если не ошибаюсь, на ЦАП больше кого сбивает. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Ну ладно, ничего страшного. Еще половина сезона, я думаю, еще много чего битв будет. Но если премьер-лигу выиграть, будет замечательно. Вот это да, вот это прием. Нигры здесь боковой офсайд фиксируют. Мяч уходит на офсайд. Замечательно просто. Снова мяч у нас. Команда играет сегодня хорошо и доказывает нам, что она лидер по всем показателям. Дело, наверное, в том, что они стремятся к победе в каждом матче. Но согласись, что увидел открывание впереди, делает передачу. Еще один пас. Так отлично. Нет, он действует и выручает уходит свою команду. Здорово сейчас может контратака пройти. Играют они в пас. Ну что ты будешь делать? Давай, беги. Ну, подкат. И мяч нашему защитнику попадает. Замечательно. Отыгрались мы. Врываемся вперед. Хороший пас. Проходит передача. Что он придумает? Опять передерживает мяч. Но удар не получается нашего игрока. И еще один удар. Но вратарь был готов к этому удару. Опасный момент был какой. Опять передержал наш игрок мяч. Надо было раньше бить. Но слишком далеко он отталкивает от себя. И как он дальше? Какая техника? Как он обращается с мячом? Да блин, и мы пропускаем, господа. Как так, а? Там защитник там рядом так был. Какая грубая ошибка была. И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол – это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещало. Да, даже я не ожидал. Очуметь просто. Вот это да, мы пропускаем гол. Седьмой гол у него. Недалеко от нашего он ушел. От нападающего. Счет снова равный, 1-1. Снова пас. И еще один пас у нас. И с мячом он идет вперед. И тут должен быть гол. Нет, гола нету. Вратарь выбивает мяч. И мяч выбивает. Хорошо даже, можно сказать. 3 минуты добавляет дополнительное времени у нас. А мы продолжаем свою оборону. Мяч у них на чужой половине. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы... Удар по воротам.
не получается, удар, мяч забираем мы себе. И тут свисток. Ничего не успеваем. Да, первый тайм 1-1. Удивительно, на самом деле. Слишком странно. Ну, нельзя сказать, что он сегодня блещет на поле, да, Константин? Еще не вечер, конечно, но пока ничего у него не получается. И на этом графике мы видим, что он практически не наносит удары по чужим воротам. Да, он просто конечно, два раза момент бы был и не смог это сделать. Вратарь был быстрее его. А шансы были хорошие. Ну ладно, ничего страшного. Ну что, Косово, продолжаем дальше. Переходим ко второму тайму уже. Второй тайм уже начался. Это может быть наша домашняя игра ничейная, а? Мы со мной сам лучше там будем, но все равно же. Антони Марсиаль. Так, навес есть у них. По флангу они атакуют. Ой, спасибо Неточная за мяч. Неточная следует передача и команда. Переходим на контратаку, господа, да? Игра команд сегодня сходится. Обе стараются делать ставку на контроль мяча. Пока да, блин, не успел. Я видел, что он забег хотел сделать. Это отображается и в счете на табло. Ай, блин, наш игрок упал. Кто все-таки сумеет свое владение довести еще раз до ума. Без мяча О, замечательно, мяч наш. Да, 1 января у нас игра, и тут хороший у нас офсайда нету. И снова он забегает. Ну как так? Ну как так? Главой? Блин, что-то невезение вот этого игрока сегодня. Цапчук просто у нас не проснулся вообще никаким чудом. У него вообще ничего не получается. Около ворот. Как будто он теряет концентрацию, блин. Навес. Идет в штрафную мяч. Да, я думаю, там хоть кто-то есть, а там никого нет. Нужно собраться. Хорошая контратака, возможно. Хорошо, атака развивается. Навешивать надо. Неудачный забирает. Навес, вратарь без проблем забирает мяч. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену у гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. И разрезающий пас на ход. Отдает он мяч партнеру. Да ё-моё, а! Пошли последние полчаса игры. Спасибо за мяч. Блин, очень интересная игра, конечно, скажу честно. То, что играют мы ничью играем дома себе, партнером. И тут хороший момент, и мы забиваем гол. Вот это он отыграл, вот это он разыграл, можно сказать. Какой был пас ему. Просто супер, молодчина, просто. Ну что, время подумать о хет-трике. Не-не-не. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Хороший был гол, очень хороший был гол. Доволен тренер 2-1. Игрой своей команды, теперь они выигрывают. Девятый гол, поздравляем тебя. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Антони Марсиаль. Так, что у нас дальше будет делать он? Владеет мячом команда и выбирает момент для удара. Есть. Хороший удар. И тут мяч остается у соперника. Атакующей стороны. На тут мяч уходит на угловой. Не ставишь ловить вратарь, кулаками его выбивает. И режиссер еще мяч в ворота. Мастер. Просто мастер. Так, сейчас будет угловой около наших ворот. И навес есть. Мяч у нас. Остается у них едва два. Хороший мяч забивает. И вот это опять фигня какая-то. Как что нам полагает? Не надо, конечно, обнять тренера, поблагодарить. Нет, нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Тебя упускаю. Ну ты какой-то сегодня уклюжий, давай тебя тоже заменим. За всё. Этот гол. Отчумить. 2-2, господа. Ну что сказать, голище! Видно, что они много работают над стандартами. Этот угловой они, конечно, здорово разыграли. И с вратарем пока невезучий какой-то у нас сейчас в данный момент. Вот такое
готовится заменить его. Или у нас день какой-то невезучий. 2-2 счет. Двойная замена у нас призвана в первую очередь освежить игру. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Ну хорошо. Блин, да, счет равно очуметь. Пас, пас, еще раз пас. Очень много передач. У нас игрок проходит. Есть навес. Навес не точен. Защита не справляется. Этой подачей. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Как он работает? Это офсайда не было? Отличный отбор. Опасную контратаку он прервал. Да, замечательно просто было. Офигенно распасовочка. Хороший пас. И это хит-трик. Он делает хит-трик в этом матче, господа. Поздравляем этого игрока. И это его третий гол. Хит-трик он оформляет сегодня. Мы просто так не сдаемся. И к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Десятый гол. Поздравляю, молодчина, продвигаешься. Хорошо продвигаешься. 5 голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Серия хороших передач. Неплохо комбинирует команда. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Да ё-моё, ну как так можно-то? Сейчас команде забить гол. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжает. Какой опасный момент? Что они творят-то, ё-моё? Вратарь спасает. Они просто проскальзывают всю оборону. И что дальше тут будет? Я говорю, что будут трудности. Интересно, куда дальше мяч пойдет? В зимнем периоде, блин, очень будут какие-то трудности. Они появляются, это видно. Идет в штрафную мяч. Вряд ли можно в данной ситуации. Блин, вратарь все-таки ухватил мяч. Вратарь все-таки ухватил мяч. Обидно чутка. Но ничего страшного, мы опять продолжаем свой путь. На другой фланг мяч переводит он. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Ну, навешивай! На ближнюю мяч летит. Ё-моё, вот это пару событий, да? Как было опасно. Вообще было опасно. Эй, а здесь-то чё? За такую грубую игру можно и жёлтую получить. Да красную давай сразу, стрель в атаке, блин. Чё, ничего не дашь, что ли? А, жёлтая. И жёлтая в руках у арбитра. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Да ё-моё, вратарь отбивает мяч, мяч хуй на угловой. У нас последний момент угловой. Постараются с него увеличить разницу в счете. Ну тут уже 100% мы победили, потому что уже не будет никакой контратаки, это нереально. А может будет, а? Сейчас посмотрим. В центр штрафной пошёл. Не должно уже быть, и тут у нас удар по воротам.
не было удара никакого. Все, свисток, господа. Мы заканчиваем этот матч. И что-то 3-2. 3-2. Когда такое было в последнее время, я не знаю. Счетом 3-2. Он сегодня оформил хет-трик, так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Может он идти дальше. Так, это мы все прекрасно видели. Общее сведение у нас 3-2 по головам ударов, 14-8, удар створ 8-6, удар владение мячом 52-48, отбор мяча 5-6, вношение 1-0, желтых 0-1, осады 0-1, угловые 5-1, точные удары 57-75%, точные пасы 90-92%. Вот у нас точные удары хромал. Если не хромал, мы бы уже разгромили бы их полностью, но увы, здесь оказалась другая история. Мы сыграли почти на ничью. Команда себе хорошо показала, а мы что-то как-то сбавили. Но при этом мы победили, 3 очка у нас есть, и мы продолжаем свое путешествие в премьер-лиге, точнее за титул. Мы сражаемся. Сегодня не выиграл, вы спокойно выиграли матч. Мы сильнее как команда, мы выиграем даже когда это очень трудно сделать. Это единственное, что важно. Сегодня результат у меня полностью... Дарил, что ли? Оформил хит-трик, что скажете о его игре. Хочу похвалить его команду, молодцы они. Близко сегодня был неудержим. Таким игрокам Солосов решает исход матча. Сегодня какой раз это случай. Да, он решил ход матча. Фото Сити не проигрывает в играх уже премьер-лига. Как вы думаете, это продолжится серия? Я думаю, есть возможность все... как минимум следующий матч это ничья. Это вполне по силам нам. Замечательно сказано. Вообще просто замечательно. Спасибо, все вопросы дальше к концу. Спасибо. Так, господа, замечательно просто. Давайте посмотрим, что мне там написали. Так, игра меня вдохновляет. Что-то тут слишком все странного как-то. Один тоже игрок что-то спрашивает, оно почти одинаковое. Так, что у нас по поводу развития игроков? Давайте пропускаем. Ну что, господа, приходим к трансферам уже, но только при этом... Что там, важная информация, трансфер? Какие нафиг важные информации, трансфер? Что, они открылись? Я так без вас знаю, что они открылись. Так. Ежемесячный. Отчет наш, так, выполнен, так. Трансфер окно открыто, понимаю, что цена игрока формируется, зависит от его формы, сроки действия, текущий контракт и... Есть важность для команды, многие другие факторы. Я буду давать вам... Ну, понятное дело, только мне оно скажите, игрок ушел от нас или нет? По идее, должен быть написан, игрок продан. Я что-то его не вижу, нифига, кажется, все продан. Я слепой, и он продан. Ха. Так, ну это можем сюда зайти посмотреть. Не то. Да, за 32 миллиона он 11.9. А, подожди-ка. Тут 11.9 написано. Добавить список просмотров в центр трансфера. Офигеть просто. Ха. Я могу это сделать. А толку-то мне от этого. Ну да, написано, что он уже игрок ихний. Напишу игрок ихний. Все, уже он там. Можно спокойно участвовать. 83 миллиона. Мы купили его. Очуметь просто. 43 миллиона мы продали. Простите, 32 миллиона. Ну, мы половинчато получили уже. Тут уже, можно сказать, точно половина. Тут уже вообще. Тут понятно. Ну, ладно. Понятно все. Так, окей. И что у нас возросло сейчас? Трансфер 131. 95, да? Возросло у нас продажа.
точнее, этих трансферов. Ну ладно, что у нас? У нас следующая игра, господа. В следующей серии уже будем покупкой игроков думать. Ну а тебя выпустим. Так, центральник мы меняемся. Так, Сака где у нас? Блин, Сака у нас еще травма висит на нем. Так, центральный полузащитник тоже меняем. Правый тоже меняем. Пускай опорник чутка отдохнет. Куда же он уже готов играть, но все равно же. Расковать не буду. Ну что, вот такой состав у нас будет на поле. Он, конечно, более-менее, можно сказать, сильнее, чем раньше. Ну что, погнали. Ну, увидимся в конце лучшего этого матча. Ну что, господа, мы снова здесь. Давайте посмотрим лучший момент матча. 23 минута, мы пропускаем первый гол. Ну, и где что-то у нас какая традиция, что становится, не знаю, пропускать первые голы. Вот даже вот с этим вратарем мы пропускаем первый гол. Давили они соперника. Вратарь у нас другой уже. Ничего сделать с мячом, кроме как отдавать быстро и не всегда точно. Это привело к результату. Хорошо, дальше. Гол на 30-й минуте. Мы открываем свой гол, можно играет сказать. Он на партнера. Сейчас надо это гол. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивает. И снова ничья на табло. Все только начинается. Дальше. На 37-й минуте он забивает еще же. Делает дубль. Отдает он мяч партнеру. Но здесь я не ожидал, что будет гол, на самом деле. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Дальше. На 47-й уровне, хотел сказать. На 47-й минуте наш вратарь спасает ситуацию. Сейф на 47-й минуте, теперь их не вратарь спасает. И вот хороший удар. Классно сыграно вратарем сейчас. На 73-й минуте он делает хет-трик. Увидел открывание впереди, делает передачу. Прекрасный. Здесь тоже маловероятно, я думаю, что будет. Есть у нас хет-трик, прекрасная гол. Игра. И на 90 минуте мы еще один забивает. Он делает покер, господа. Он делает покер. Отчумить просто. Он там находился, где и надо было находиться нападающему. И он выполняет такую ситуацию. Мы просто разгромили. Мы даже пропустили первый гол. И мы сразу тут разгромили. Уничтожили эту команду. И зарабатываем 3 очка снова. Как это весь сезон, что-то у нас слишком все легко. Это пока что. Так, общее сведение. 1-4 по голам, ударов 9-9, удар створ 6-8, владеем еще 42-58, отбор мяча 6-1, значит 0-1. А вся у нас не было, угловой 3-2, точный удар 66-88 и точный пас 78-79. Вот такой он, ой, 89. Вот такой матч, давайте пообщаемся с прессой. Так, Челси еще не играла, Ньюкасл тоже в сборной не играл, а Челси с Норвичем должны играть. Some questions regarding the match. Так, в сегодняшнем матче закончил свою растянувшуюся голевую засуху. Это станет для него. Чего, какую засуху? Успех приносит уверенность. Сегодня забил полный. Вероятно, теперь он будет гораздо больше воздушевлений искать
Так, восстановление после травмы, почему сегодня не вышел на его на, не выпустили его на поле? Ты дать ему. А, всегда трудно смотреть игрока на скамейке, особенно когда так ждешь возможности снова выйти на поле. Так, после не проигрывает в премьер-лигах, что вы думаете, это продолжится у вас? Да, у нас это все продолжится, а может не продолжится. У нас минимум следующий матч это ничья, это вполне по силам по команде, да. Да. Только следующий соперник, если не ошибаюсь, у нас уже это Кубок Англии будет, наш первый тур. Какой там тур, не знаю, без понятия. Ну все, вот оно у нас, предложение по поводу трансфера, нифига себе. Даже не знаю, надо смотреть, а смотреть буду уже в следующей серии. Давайте в следующей серии посмотрим, что у нас будет, и будем, может, купим кого-нибудь. А что у нас по календарю январского мотивации? Тут Манчестер Сити, понятное дело. Но Манчестер Сити при этом у нас не идет в лидерах. Ну тут, скорее всего, будет трансфер, и все остальное, может, даже одна игра все будет. Посмотрим. Ну ладно. На этой ноте мы остановимся, господа. Увидимся в следующей серии. Для других прохождения. Всем удачи вам и пока!